Преступление произошло в августе прошлого года. По словам помощника рязанского транспортного прокурора Игоря Алексеева, генеральный директор «Рязань зернопродукта», действуя в интересах предприятия, передал незаконное вознаграждение 200 тысяч рублей инспектору по железнодорожным путям. За общее покровительство, предоставление преференций по отношению к иным участникам перевозочного процесса и оказание содействия в беспрепятственном заключении договора на подачу и уборке и уборку вагонов при станции «Рязань-2» Московской железной дороги. По данному факту рязанским транспортным прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении. По решению мирового судьи акционерное общество «Рязань-зернопродукт» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 миллион рублей. Постановление в законную силу пока не вступило. Кроме того, были приняты обеспечительные меры по уплате назначенного штрафа. На имущество юридического лица по ходатайству рязанского транспортного прокурора наложен административный арест. Ранее приговором суда генеральный директор «Рязань-зернопродукта» был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей дачи взятки должностному лицу в крупном размере. Денис Леев, Игорь Глотов, телекомпания «Город».